Ну что, ребят, всем привет. Резко я врываюсь. Сейчас Фуфан катнул с другом своим 2 на 2. Пару игр. Размял руки и готов покорять за зергов. Тут, в общем-то, все. Короче говоря, продолжение кампании у нас Брудвара. В 16.00, как вы можете видеть из анонса, у нас будет второй полуфинал Култи против Элейзера. Ну а дальше по обстоятельствам, не знаю, я, честно говоря, сегодня начну ли я вол или... Или же закруглюсь, потому что погода просто великолепная. Пятница, может быть, я пойду прогуляться, как бы, и оставим вол уже на завтра. Черт побери, закрыл я все свои вкладки. Открываю заново. Короче, ребят, сейчас стартанем. Уже 14.00. Люди понемножечку собираются. Надо еще так сыграть, чтобы обязательно... Чтобы обязательно секретную миссию открыть. Чай добить надо обязательно тоже. Так. Убить зверя. Поехали. Сейчас будем зверя какого-то мы валить. Пришло время уничтожить. Привет, коммунист. Так, я чуть не понял. Я ж проходил эту миссию. А, вот она, все, я гоню, ребят, не туда тырнул, прошу прощения. Я и думаю, что-то это уже было. Все, вот здесь вот за 20 минут нужно пройти, и тогда откроется секретка. Моя королева, теперь, когда высший разум и зерни отступники уничтожены, все находится под вашим полным контролем. Остатки флота директората бежали с планеты, но я понятия не имею, сколько действующих судов у них осталось. Мы закончили переброску главных кластеров на орбитальную платформу. Однако у нас есть проблема. Сиротул и его людям удалось выкрасть матриарха. Damn Сиротул. He is a formidable adversary. Where have they run to, Duran? Наши разведчики сообщают, что они присоединились к оставшимся на чаре протосов. Матриарх находится в ячейке. Мне кажется, что они повезут его домой, на Шаркус. Ха! Они все еще надеются привести ее в чувство. Сиротул очень огорчится, когда поймет, что это невозможно. Сколько времени пройдет, прежде чем они сядут на Шаркус? Около 30 минут, моя королева. Возможно, больше времени у нас не будет. Мозг, мобилизуй все мои выводки и посылай их на чар. Сиротул и матриарху нужно вернуть обратно живым. Ну что, поехали, за 20 минут ее нужно пройти. Не знаю, что тут делать надо. О, попёрли, попёрли. А что делать-то надо? Тут по земле-то можно, интересно. Добраться. Кайф уже есть.
Так, понял. Добавляем. Мне нужно найти, где бы баску подорвать-то еще, а то один газ это выглядит явно вяленьким каким-то моментом. Порывает, а? Печально, потерял грудов, но ничего страшного. Нужно отец еще запилить мне. Так, ну что? Хилинг. Так, газ почему-то. Атакован.
родной базы тут может все и убивается. Но мне-то надо это сделать быстрее, поэтому... А что за бунт такой хитроватый? Господа. Короче, тиранов можно не трогать. Как я понял. Здорово всем, ребят. Стартуем, да, так плотненько сейчас, плотненько я рассказал. Короче, у меня 8 минут остается, чтобы убить фактически. Боюсь, что может не могу я не успеть. Тут нужно выверенно атаковать, так что по одной атакой завалить прямо. Кабанчики полезли мои. Еще одна хата, что-то 5 мало для прироста, я смотрю. Будет 18, но мне нужно за 20 убить, чтобы, а не за 30, чтобы открыть секретную миссию. Все, поперли адские толпы туда мои. Да. Короче, ребят. Я заново сразу же начинаю, понимая, что уже не закончить за это время мне. Я атакован.
Может быть, действительно, воздухом даже ближе. Здесь сразу сдаем. Попробую-ка действительно я брудами, а то там против земли что-то у него адски всего много. Говорят, Масмута имба. Не, ну Масмута не имба. А вот если тупой нуб, тогда да, имба. Вообще это гварды, да. Мы их называли бомберы, не заморачиваясь особо. Бедный слепой бомбер. Ну, второй-то видит. Имеет ли смысл, правда, верхнюю. Короче, 11 минут у меня на все про все остается. Надо еще им еще какое-то маломальское прикрытие бы создать. Вардан. Даже потратил. Блин, халявный газ бы где-нибудь отыскать бы. Нужно. Уничтожить базу протосов. Я не понял. А кто мне советовал-то? Здесь же всю базу надо уничтожить. Давай.
вот этими товарищами я не смогу уничтожить бабку все за это время. Надо третью, значит, брать. Короче, это рев в любом случае, но сейчас я кое-что разведаю, вообще проверю, что происходит. Нужно брать верхнюю базу. Я вот почему-то уверен в этом. Здесь же есть добыча-то какая-то, или что здесь еще происходит? Так, да, здесь газ есть. Короче, нужно... Во-первых, по земле. Гвардами они очень дорогие. Два газа явно мало для этого. И так, а здесь у нас что? Сейчас я проверю кое-что. Короче, нужно землей как можно быстрее. Для этого выходить как можно быстрее в грейженных лингов, сгрызать вот эту хрень, сгрызать вот эту хрень. И разваливать 7 щит. Я пробегу, проверю просто сразу, чтобы знать, где что можно занять. Наши дети готовы. Здесь что у нас находится вообще такое? Не знаю, мне говорили, что 20. Так, здесь газа нет. Короче, мне просто нужно выяснить, где все базы, что мне занимать. Здесь оборона слабенькая. Короче. Поехали. Заново. Линга мув сразу же заказываем. Газ тоже сразу начинаем добывать, потому что газ нужен очень сильно. Рудами сразу бомбить полетели, там воздуха нет никакого. Наши дети готовы. Отбомбился. Хитрые жопы какие. А чё один гвард? Нет. Сразу же рестарт повёр. Так, не понял. Ну-ка, секундочку. Гангуру.
А, 5, то есть за 25, короче, понял. Ну да, зря я так дико спешу. Тогда все сейчас сделаем по счетчику. По счетчику, по счетчику. По уму. Печально. Так, газ собираем, сразу же начинаем. Делаем ультри. Больше
Чё-то недооценил я, походу, их оборону-то. Не? И нужно ли мне вообще сюда ломиться? Короче, блин. Рестарт миссии, поехали. Только что делал более успешно. Я готов.
надолго, как-то я все убиваю. Я не понимаю, единственное, вот есть сюда посмотреть. Нужно Нексус убить сам или все здания? Вот в чем вопрос. Уж если Нексус нужно убить, можно на самом деле за 10 минут справиться. Как бы. Но если нужно убить все здания, то это уже другой вопрос. Эволюция завершена. Базу потруднее задачка, конечно. Как бы, конечно, проще ядро и тут даже разобрать, так как там карьеры всякие летают. Хотя не, мне лишний саппорт нужен в любом случае. Необходимо
необходимо больше. Готовил, готовил, а он мне фидбэчнул. И вот урод. Побеждать здесь ответ просто это гидра. Я был не прав, что Блингу хоть принцу выходил. Вот видите, уже ломаю. Что-то мудился, мудился. Шторму желательно уворачиваться. Здесь-то хайграунд, типа, да? Ну ясно, вот с этим моментом как-то я просчитался, блин. Сейчас мутка прилетит. На самом деле
На самом деле миссия-то легкая, как выяснилось, немножко придрочившись. Даже в 20 уложился. Будь ты проклята, Криган, за то, что я должен сделать. Спасибо, Заратул. Ты избавил меня от Керриган. Ты всегда верно служил мне. Я прошу тебя управлять племенем. Оно в твоих руках. Не могу поверить. Ты убил своего матриарха. Это лучше для нее, чем жить рабом. Я недооценивала тебя. Ты мудр, воин. Ты можешь идти. Что? Я сказала, что ты можешь идти. Недостаточно того, что ты всю жизнь не простишь себе того, что тебе пришлось сделать. Ты пожалеешь об этом решении, Керриган. Мы еще встретимся. Опа! Включен бонус уровень. Поехали. Что за бонус уровень? Я вообще, кстати, ни разу, по-моему, в нем не участвовал. Надо было Зератула, да, валить, а то он сейчас... А не, что-то прошлый раз тоже проходил, по-моему. Друзья мои, мы перенесли большое поражение. Наш матриарх мертв. Наш флот рассеян в астральных ветрах. И Керриган контролирует рой. Но, как всегда, мы должны бороться. Сейчас наша задача — найти Артаниса. Только мы установим с ним контакт, мы вернемся на Шагурас и будем планировать дальнейшие действия. Прилад Зератул, в настоящее время мы следим за лучами энергии протосов, исходящими с неотмеченной на карте Луны недалеко отсюда. В наших отчетах нет информации о поселениях протосов в этом квадрате. Странно, так что путем Артаниса его люди. В любом случае, наша задача — выяснить источник этой энергии. Займитесь этой луной. Если Артанис там, мы должны найти его. Поехали. Зератул, наши датчики засекли тиранов возле источника энергии. Понятно. Я разберусь с этим сам. Можно мишку украсть. Что?
Матрицу накинем. Рот со стиранами вместе. Я уже шарик успел потерять. Так. На этих ячейках протосы. Возможно, здесь есть терминал, который даст мне ответы. Test subject 25 in cryohibernation. Neuroscan compiling data. DNA code computed and archived. Psionic emanations minimal. Смелость этих тиранов пугает меня. Если они хотят побольше узнать протоса, я дам им первый. Так.
Арпунчика дали. А там тоже можно было ломать. Пойдем с нами, братан. А, в контрола его брать нельзя. Так, ну что, зря, конечно, Архона всех просрал, я красным, ну, тут уже конец. Привет всем, ребят. Начинается, блин.
слепой, понял. Называть меня Самир Дюран. Помощник Эрика, так это часть ее схемы? Нет. Маленькая Керриган не смогла бы провести такой эксперимент. Хотя она довольно успешно справилась с Ройбой. Не думаю, что у нее хватит мозгов. Да, это секретная миссия. Если вы не ее заложник, то кто же вы? Я слуга далекой великой силы. Она бездействовала долгое время. Это существо в ячейке. Отражение этой силы. Вы хотя бы понимаете, что именно вы тут насоздавали? Вы знаете, на что способно это существо? Зератул-то как Путин заговорил. С негром, кстати. Вам выпал шанс увидеть конец вашей истории. Все, что я вижу, отвратительно. Ваша реакция типична. Вы не способны постичь глубину этого открытия. Вы можете уничтожить все экземпляры здесь, это не принесет добра. Я распространил гибриды по многим-многим мирам. И вы никогда не найдете их, пока они не проснутся сами. И тогда Вселенная изменится навсегда. Побазарили и хватит. Всем здорово, ребят. А чё не в состоянии объяснить-то? Все тупые такие всё или чё, я не понимаю. Не в состоянии вам там объяснить что-то. Просто шумное. Наши разведчики только что заметили три разных эскадры, приближающиеся к этой платформе. Дюран исчез, а большая часть моих выводков начали. Поэтому вы должны будете удержать охват. Взволнована, Керриган. Плохие времена настали. Не совсем, Артурус. Как ты поступишь со своей новой эскадрой? Опять побег? Я вызвал несколько новых, с изменениями. Ты будешь удивлена, если узнаешь, сколько народа в этом секторе хочет увидеть тебя мертвой. Мне не хочется расстраивать твоих новых друзей, Артурус. Но вам не помогут ваши новые эскадры. Три флота? Не притворяйся глухим, Артурус. Керриган, это Артанис. Мои братья и я прибыли, чтобы отомстить за смерть Феникса, Матриарха и других, которых убил твой род. Настало время заплатить Рой за свои преступления. Когда идет дождь, он льется. Так интересно узнать, что там за третий флот. Итак, понятно. Это Дюголь и останки эскадры директора. Это адмирал Дюголь. Я даю тебе последний шанс убрать свои войска. Gee, that's a tough one, Admiral. You'll have to let me think for a minute. You know, Admiral, I think I'll just massacre your remaining troops now and watch you die in agony. How would that be? Ты слишком самоуверена, моя милая. Не думал так, адмирал. Видите, я ведь королева Вселенной. И ваши жалкие солдатики, дряхлые кораблишки, нисколько. Жаль. Погляди.
Короче, какая-то мутата, блин. Придется всех поломать. А как Артанис-то там? Артанис главным станет. Артанису, походу, придется еще... Да, мне уже интересно, что будет в Лотве. Кто будет всех карать-то, вот мне интересно. Земле-то можно их хоть поломать, мне интересно. Так, Баску нашел, смотрю. Будем посмотрим. Хорошая такая, жирненькая. Наши Пети атакованы тут. Необходимо больше. Наши Пети атакованы. А, гидроден у меня есть. Все, отлично, что гидроден есть. Блин, а что они так быстро начинают прессовать-то, меня еще не понял.
дают свою цель. Так, следи за анонсом, 16.00 полуфинал у нас будет, если надо люру сделать, если ворона нужна будет по-любому. Вот, если будет желание, попрохожу сегодня, ну или же, может быть, отдохну, погода крутая, прогуляюсь, скажу, пятница. Задолбался за предыдущие дни. Пока точно не решил. Что-то пацана-то тут стопорнуло, смотрите. А я думал, там саненькая такая базочка. Значит,
А там все серьезно, оказывается, прям. Красного легче, я думаю. Попробуем красного. Напряженный парень. Последняя все-таки миссия, что тут говорить-то. А, вот квартира или это. Наглею. Достаточно газа в детстве.
Так, продажу мы ему собьем. Скажу как можно быстрее. Кто-то все привозит. Да привозит. Сейчас. А, вон, смотрите. Thank you.
Да, что-то тут на ХГ есть у них, а что здесь у них? О, да, ССшечка. Лингиадова бомбят, конечно. Так, добиваем с этой стороны.
Victory, Kerrigan. For the Protoss will never forget your treachery. We shall be watching you. Так, погнали. Я не знаю, правда, как там пройдут войска там. Наши дети атакованы. Да вроде все проходит, все нормально. Наши дети атакованы. Так, богло удачи, что многовато, смотрю. Ну, гидралов тоже много. Thank you.
should get out of here. Так, ну что, добиваем тут последки. Остатки, я бы сказал. Надеюсь, не надо там эти туретки выносить на хайграунде все. Так, здесь-то все на хайграунде, кстати, вот здесь на лоу. Прохожу куда-то, что-то ищу сейчас. А, вот здесь какие-то... А, вон здесь пройти можно, вот в чем дело. А, о, бункер, наверное, вот этот бункер. Здесь тоже, правда, бункер есть. Так, неужели все туретки надо добить? Так, это не все. Какое-то здание где-то забыто. Где оно забыто? Я хз. Понял. Terms of surrender.
It is my wish that you allow my men to live. You're not in a position to offer me anything, Admiral. And I don't take prisoners. I'll tell you what. Turn your remaining ships around and start heading back towards the Earth. I'll even let you have a head start before I send the swarms after you. It'll be interesting sport to see how far you get before you die. Короче, Керриган всех отпустила. Все очень жёстенько получилось. Последний ролик сейчас будет, по ходу дела, или это не последний? Не, миссия-то последняя должна быть. Который раз я стою на расчлененных телах моих врагов. Победительница, но не без шрамов. Директорат Земли был уничтожен, а погибший сверхразум лежит среди дымящихся руин на планете Чарн. Что касается моих возможных союзников, думаю, я позволю им спастись. Потому что со временем мне пригодится их верность и сила. В конце концов, все они будут подчиняться только мне, потому что я королева Вселенной. И впредь никто не должен оспаривать моего владычества. Вселенной? А чё не Бритв-то? Терестелена, скоро весть о нашем поражении дойдет до Земли. Существа, которых мы должны были покорить, непокоримы, а колонии, которые мы должны были захватить, оказались сильнее, чем мы предполагали. Что бы тебе ни говорили о том, что с нами произошло, я хочу, чтобы ты знал, Алексей не погиб в доблестном бою. Я его убил. Моя гордыня погубила его. А теперь гордыня погубила и меня самого. Ты меня никогда не увидишь, дорогая. Скажи нашим детям, что я их люблю. И что их отец погиб, сражаясь за их будущее. Прощай. Да. Что-то французик оказался на нервишке. Слабенький. А, то есть Керриган все-таки всех замокрила. А че она убила-то все? Отпустила же вроде. Ну, видите, Артани свернулись. Менс там тоже свалил обратно. Как Керриган-то делать?
Короче, вот так вот. Скоро Ксилнага придут, то есть Близзарды знали, что будут еще мутить дальше StarCraft. Вот, ну что же, ребятки, 12 минут у нас до четвертьфинала остается. Закончен великолепный первая часть StarCraft'а. StarCraft и Brood War пройден, благодарю вас за внимание. Вот, после полуфинала я прикину, проходить ли сегодня Вол или отдохнуть, не знаю, пока что... делаю стоп-старт и возвращаюсь к вам. Через минуту... Или не через минуту. Нет, пока просто вернусь. Короче, ждите секундочку, ребят.